Здравствуйте, ребята! Меня зовут Александра Яковлева. Я предлагаю вам порисовать. Рисовать мы будем сегодня солнышко. Летом солнышка так много. А еще дети – это радость. Это солнце для своих родителей. Для работы нам понадобится гуашевые краски, кисточка, водичка, что-то круглое, чтобы нарисовать само солнышко, ну и, конечно же, наши ладошки. Еще нам понадобится фломастер или карандаш, чтобы обвести ладошки вокруг кружочка. Ну что, мы приступаем? Возьмем стаканчик и обведем круг. Это будет центр нашего солнышка. Теперь для того, чтобы сделать лучики, нам понадобятся ладошки. Мои ладошки слишком большие, они бы здесь не поместились, поэтому я использовала шаблон ладошки своего ребенка. На листе формата А3 у меня поместится 5 таких ладошек. Теперь начнем раскрашивать наше солнышко красками. Вначале серединку желтым цветом, а потом каждую ладошку можно сделать своим цветом. Подобное солнышко можно получить другим способом. Если вы ладошки будете намазывать краской разного цвета и прикладывать к листику, тогда у вас получатся такие же разноцветные лучики. По желанию, солнышко и лучики можно обвести черным фломастером. Нарисуем нашему солнышку ротик и глазки. Ну и какое же солнышко без веснушек? Вот такое яркое, красочное солнышко из ладошек у нас получилось. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал. А сейчас нам пора прощаться. Оставайтесь дома, занимайтесь с нами. И до новых встреч!